Мальта может стать мощным транспортным узлом для украинских аграриев, убежден президент Петр Порошенко. Об этом он заявил во время своего первого визита в республику. Кроме того, глава государства заявил, Украина готова открыть на острове офис компании «Антонов». Напомню, именно во время председательства Мальты в Евросоюзе Европарламент и Совет ЕС поддержали предоставление безвиза для Украины. Сегодня у нас есть уникальные возможности для сотрудничества в аграрной и авиационной сферах в Северной Африке. Кроме того, сотрудничество с Мальтой открывает уникальные возможности для украинских производителей на всем европейском рынке. Очень много реформ было проведено в Украине за последние 2 года, и это впечатляет. И Европа показала, что она поддерживает Украину.